Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Тверь. В Тверской области резко участились случаи пала сухой растительности. За минувшие выходные пожарными ликвидировано более 40 возгораний. Самая напряженная обстановка в Калининском и Кимрском районах. Под Тверью из-за поджога травы едва не сгорело целое село. Это было ужасно. Просто вот ниоткуда появился ветер, он мотал это пламя. В Твери состоялось заседание Оргкомитета «Победа». На нем обсудили вопросы организации празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главный тезис – индивидуальный подход к каждому ветерану. Ни один из них не должен быть обделен вниманием. Те ветераны, которые сегодня остались, это практически золотой фонд наш. Задержите дыхание. В Твери воздух стал хуже. За последние 3 года концентрация пыли увеличилась более чем на 50%. Терплю, пока мне нужно какой-то промежуток дороги пройти.